Доброе утро. Доброе утро. Садись, а то все остынет. Держи. Береги себя, хорошо? Хорошо, мамочка. Ладно, я побежала. Пока. Я застала госпожу Сюзан и господина Акифа в постели. Ты что такое говоришь? Садитесь, я вас подвезу. Сюзан, жена моего делового партнера, Кинан и моя жена не отнесутся к этому спокойно. Мы договорились? Мама, ты меня слышишь? Как моя жена оказалась у вас в машине? Ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь? Бессовестный ублюдок! Мама, мама! Они говорят, что папа умер! Мама, прошу, очнись! Бедные дети остались без отца. Несчастные дети. Господин Акиф оплатил ваше обучение и меня нанял на работу. Сестра, у нас больше никогда не будет дома. Только мы можем ходить в частную школу и при этом жить в курятнике. One child, always on the